вами приготовим обалденно вкусный салат. Он получается хрустящий и сочный, а также подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Готовится он очень легко и просто, требует немного времени и немного ингредиентов. Все ингредиенты и их количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Итак, что же я буду использовать для приготовления? Это пекинская капуста, свежий огурец, зелень петрушки, морковь по-корейски, отварное куриное филе или куриная грудка, немного семян кунжута, немного соли и сметана либо майонез. Это все на ваш вкус. Итак, начинаем приготовление. Нарезаем пекинскую капусту. У меня вот такой маленький кочанчик. Я специально покупала его для салата. Нарезаем тонкой соломкой. Огурец разрезаем на слайсы. И нарезаем тонкими полосками. Отварную курицу необходимо разделить на волокна. Это делается очень легко и просто. Нарезаем зелень петрушки, но я решила добавить еще немного и укропа. Здесь вы уже зелень добавляете по своему вкусу. То, что вы любите, то и добавляйте. Также можно сюда добавить зелень кинзы. Это будет тоже очень вкусно. Берем салатник и соединяем все ингредиенты. В салатник добавила я пекинскую капусту. Далее морковь по-корейски. Куриное филе. Зелень петрушки и укропа. Заправляем майонезом или сметаной. Перемешаем все. И добавляем огурцы. Огурцы я добавляю всегда в последнюю очередь, потому что они выделяют свой сок. Сейчас я салатик перемешаю и посмотрю, стоит ли мне еще добавить сметаны или майонеза. Перемешиваем. Так как грудка суховата, я добавлю сюда еще одну столовую ложку сметаны. Перемешаю еще раз. Попробую на соль. Если мне будет не хватать, я подсолю по вкусу. И салат будет готов. Как видите, он готовится очень легко и просто. А получается действительно вкусный и хрустящий. Вот такой вкусный, сочный и очень хрустящий салат из овощей и курицы у меня получился. Готовится легко и просто. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также не забудьте подписаться на мой второй канал. Зайдите по ссылке под видео, вам там будет интересно. И заходите в мои группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Делитесь своими рецептами, а я с радостью их приготовлю на своем канале. Вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте, и все у вас получится. Ведь экспериментировать это классно. Всем пока-пока, готовьте с любовью, и все у вас получится.